Ну, не успели зайти в лес, как атаковали клещи. Вот один, а второй я в пакетик положил. Что, его сбрасывать просто? Да не надо, зачем я его сожгу, может тут хоть ходить за ним. Угу. Так. Экзекуцию ему. Сейчас прожгешь этот, а вот здесь еще один. Давай. Сейчас разверну его. Куда положить? А у меня больше ничего не было. Вот он. Где его сниму? Надо же как. Первые клещи в этом сезоне. Угу. Вот так вот. Все. Можешь его. Да. Прошел-то 50 метров. Вот посмотрим магнетитики. Гем тут уже давно накопал за 10 минут, пока я ходил. Ну да, тут есть, да? Уже несколько ничего таких. Ну-ка давай покажи нам. Сейчас Александр вам покажет. 10 минут работы. Мастер-класс. Ну вот, например, магнетит. Да, вот. Дружочек. Ага. Дружи с магнетитами. Так. Большой магнетит на породе. Да, классно. Еще, пожалуй, пока. Остальное мелочевка. А я пошел, тут нашел щетку магнетитового, мелких этих. Интересно вообще, конечно, место. Сейчас. Попробуем. Слушай, может они это, клещи-то здесь и сидят прямо? Да, вряд ли. Коленом наклонишься на эту хвою. Нет, скорее всего, ты их там по дороге, чтобы они на траве. А может, по дороге. Так, я же за очками ходил. Думаю, что ж не вижу. Сейчас очки оденем. И все магнетиты будут наши. Вот, маленький магнетит. О, здесь побольше. Вот следы такие. Ага, да, был большой. Покрупнее, да. Отвалился. Сейчас такой раз килограммовый вылезет. Ну, надо раскалывать. Они так-то не редко, здесь большие, но хотя килограммовые. Собираешь, можно даже камеру не выключать. Вот еще. Ну, вот сейчас мы их отведем душу. На закате солнца уж приехали. Вон они и одиночные болтаются, да, смотри. Вот на разбиве. Отберешь, бьешь, а вот они. Ага. Смотри, красиво даже здесь на таком фоне. Да. Пока не вывихивают. Ну, симпатюли. А так вот одиночные, которые навыпадывали. Магнит здесь надо. Это мелочь-то собирать. Да. Ага. Вот тоже махонький. Этот побольше, но... Ну ладно. Ну ладно. Да, смотри, расколол тут, он в желудке сидит. Вон еще один. Ой. Ну, конечно, душу отвести можно. Саш, как это называется место? Магнетиты Ольховские. Магнетиты Ольховские. О, красота! Ага, обалдеть! О, класс! Один большой, да. Сросток, видимо, сросток, что ли? Да, похоже. Двух. Вот. Рядом отпечаток тоже большой сидел, видимо. Где-то есть не тот. Вот сросток красивый. Ага, о, класс. Одиночные, если тебе будут попадаться, ты их не выкидывай. Ну вот что ж ты не сказал, я уж сколько их выбросил. Ладно. Куда класть? Так, мне можешь отдавать, можешь. Нет, куда-то надо. Сейчас я принесу. Вот они, одиночки тут. Вот они. Одиночки, да кусочки, да. Ну тут специально там не ищи, если тебе не надо. Ты так, если попадешь. Ну, попадет, положу. Вот тоже магнетит сидит. Так. О, заблестел, это я его. Ага. Прикончил. О, а там еще сидят. Елки зеленые, что делается. Вон там. В расщелине. Так. Тут не падать. Ишь, бегают от меня. Какой жирненький. Так, ладно, камеру выключим. Вот тоже, видите? Вот, вот он. Мелочь. Вот тоже. Как жахнул вот эти вот. Вот видите, мелочь какая. Так и появились тут вот эти. Ладно. Отложим этот слой. Ну, вот неплохой. Вот это коренник, похоже. Вот видите, тоже магнетит. Так, так, так. Надо просто найти слой. залегания, чтобы вот видите, появляется так. Ну ладно, прилягем. Опа-на. Что это у нас? Все, батарея закончилась. Ну ладно, не обессудьте, если вырубится. Красным загорелось. Ну вот, другую батарею достали. Хотя вот здесь есть. Но когда на одной подложке один кристалл магнетита, уже не хочется такого. Нужно, чтобы было много, большие. Пойду-ка я в другое место, наверное. Они вон, даже снаружи видно, вон сидят. Вот, пожалуйста, вам. Пойду-ка я на старое место сажу. В общем, друзья, если у вас возникнет желание пособирать магнетит, и пособирать. Вот пройдитесь по сухостою, вот по высокому. Собираете клещей с магнетитом, так что вот удачной вам охоты.